Мы продолжаем исследовать культурные слои в самой культурной столице мира – Риме. Как оказалось, они есть не только на поверхности земли, но и в стенах, колоннах древних сооружений. В прошлом фильме были рассмотрены как бы цельногранитные колонны Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, а в этот раз мы рассмотрим похожие в таком же величественном сооружении, как Пантеон Агриппы, а ныне это церковь Святой Марии и Мучеников. Привет, друзья! С вами с площади Деля Ротонда в Риме Елена Топсида. Именно здесь располагается знаменитый храм всех богов Пантеон. Это воистину уникальное сооружение, оно до сих пор остается самым-самым, смотрится весьма величественно. Этот храм всем богам очень хорошо сохранился, невзирая на то, что ему по официальным данным почти 1900 лет. И самое главное, его купол не обвалился, хотя купола рядом расположенных исторических объектов, например на Палатинском холме, были разрушены глинистыми наслоениями. Благодаря современным интернет-ресурсам можно раскрыть одну из тайн Пантеона – тайну гранитных колонн. Откуда в римском мире кирпича и мрамора взялся гранит? Конечно, нельзя исключать рассмотрение изделий из гранита как прочного, несущего материала. Давайте посмотрим, а что по этому поводу говорит Википедия. По композиции и конструктивному решению Пантеон уникален в древнеримской архитектуре. Он отличается классической ясностью и целостностью композиции внутреннего пространства, величественностью художественного образа. Не исключено, что в строительстве храма участвовал Аполлодор Дамасский. Вход в здание оформлен 16 монолитными гладкими колоннами в три ряда, поддерживающими глубокий портик с треугольным фронтоном, некогда увенчанной бронзовой квадригой. Высота каждой колонны без малого 12 метров, диаметр 1,5 метра, вес 60 тонн. Колонны высечены из цельного массива красного и серого египетского гранита и увенчаны коринфскими мраморными капителями. Первоначально 8 передних колонн крыльца были из серого мрамора, 4 внутренних из красного. Изначально храм был поставлен на цоколе. Ко входу в храм вели 4 ступени, которые в результате многовековых наслоений оказались под уровнем земли. Для анализа полученной информации обратимся к гравюре Марка Садлера «Остатки пантеона Марка Агриппы». Более подробно о его альбоме «Остатки древности Рима» Тиволи Поцуола я рассказывала в прошлом фильме. Да уж, на гравюре Пантеон покрыт культурным слоем гораздо выше, чем 4 ступени. В таком положении грунта двери в храм перестали бы открываться и закрываться. Противоположная от нас часть портика явно отломана. Крыша портика, судя по расположению направляющих линий, покрыта не черепицей, а досками. Перед храмом расположены странные скульптуры на постаментах в виде двух телят, саркофага, чаши. Они явно не христианского толка, хотя еще в 606 году нашей эры храм был перепрофилирован на христианский и стал называться Церковь Святой Марии и Мучеников. Если посмотреть реконструкцию храма со ступеньками, то видно, что толщина культурного слоя в этом месте составила около 4 метров. На гравюре Хансела Цали видно, что часть портика Пантеона отломана, нет верхней части колонны. Этот вид подтверждается и официальной историей, согласно которой в 17 веке три угловые колонны рухнули, их заменили двумя колоннами из терм Нерона и колонной из виллы Домициана.
Когда заменили мраморные колонны на гранитные, непонятно. Если по официальной версии их везли из Египта, то, наверное, еще при благоденствии Римской империи. Из книги Вильсона Джонсона Марка, 2003 год, «Принципы римской архитектуры», Йельский университет. Серые гранитные колонны, которые установлены в Пантеоне, были добыты в Египте, в восточных горах Монт-Клавдиана. Где-то рядом добыли и красные. Каждая из них была 11,9 метра в высоту, 1,5 метра в диаметре и 60 тонн весом. Их протащили более 100 километров от карьера до реки на деревянных санях. Они были спущены баржей вниз по реке Нил, когда уровень воды был высоким во время весеннего половодья, а затем перегрузили на суда. Далее они пересекли Средиземное море и прибыли в римский порт Остия. Там их снова погрузили на баржи и подняли вверх по реке Тибр в Рим. Разгрузили возле мавзолея Августа, расстояние от которого до Пантеона составляет приблизительно 700 метров. Таким образом, необходимо было либо перетащить их волоком, либо переместить на роликах на строительную площадку. Как это было сделано, в деталях не уточняется. Наш Огюст Монферран проделал более серьезную работу по созданию мифа об изготовлении и транспортировке Александровской колонны, чем вышеназванный автор. Нашу колонну сделали совсем рядом, в Пютерлакской каменоломне, и то мы ему не верим. А тут Эгей на салазках, через пески, по каким дорогам. Эта версия не выдерживает никакой критики. Но все же, гранитные колонны стоят на своих местах. И как-то же они туда попали? Поможет нам разобраться в этой странной истории наш давний друг Пиранези. Благодаря его сверхчеткой гравюре мы сможем разгадать тайну гранитных колонн Пантеона. Джованни Батиста не раз зарисовывал этот великолепнейший архитектурный объект. Первый раз Пиранези зарисовал Пантеон в 1740 году. Гравюра вошла в альбом «Виды Рима», том 1. Обычная гравюра, ничего особенного, но вот вторая гравюра из альбома «Виды Рима», том 2, это нечто. Детализация потрясающая. С первого взгляда кажется, ничего особенного. Такие же колонны, все то же самое, только люди одеты в костюмы 18 века. Однако, при сверхближнем рассмотрении хорошо заметно, что колонны другие. Между колоннами вставлена массивная решетка с острыми пиками в верхней части. Эта решетка безжалостно вонзила свои кованые лапы крепления в мраморные тела колонн. Да-да, вы не ослышались, именно мраморные, а не гранитные. Хорошо заметно, что вся поверхность каждой из колонн прорезана мелкими неглубокими канавками, образуя красивый декор, как в колоннах других храмов, например, на Римском форуме. Но, может быть, я что-то не так поняла? Давайте почитаем описание гравюры под буквой О. Колонны из сиенского мрамора в диаметре 6,6 ладоней, высотой 63,8 ладоней. Возможно, ученый из Йельского университета слово «сиенит» трактовал так, как описано в Википедии – сиенит, от сиен – сиена, греческое название древнеегипетского города Сун, ныне Асуан, магматическая плутоническая горная порода среднего состава, умеренно щелочного ряда щелочности из семейства сиенитов. В Асуане есть знаменитые гранитные каменоломни, хорошо известные альтернативщикам. Но ведь совсем рядом с Римом есть город Сиена, и там также есть известные мраморные каменоломни. Достаточно в поисковик вбить словосочетание из гравюры «Марма Сиениты», как сразу открывается ссылка на каменоломни в Сиене, где добывают желтый и белый мрамор. Но колонны в Пантеоне гранитные
И как-то же они туда попали? Опять встает этот же вопрос. Ну что же, будем разбираться дальше. Итак, мы выяснили, что как минимум в середине 18 века колонны были еще мраморные. Так когда же их поменяли? Ведь это очень большие затраты. Вернемся к гравюре. На одной из колонн в верхней части виден ряд зубчиков. Похоже, это место стыковки колонны с капителью. Скорее всего, аналогичным образом соединялись и отдельные части самой колонны. На других колоннах в большей или меньшей степени также заметны зубчатые элементы креплений. Давайте теперь посмотрим современную фотографию хорошего разрешения. Ага, на гранитной колонне наших дней есть точно такие же зубчики. Также видны и в других местах, как на фотографии. Ой, простите, гравюре Пиранези. Получается, что колонны никуда не девались, их просто покрыли гранитной штукатуркой. Благодаря прям-таки фотографическим гравюрам Пиранези мы можем окунуться в 18 век, когда активно началось документирование римских руин. Первый альбом Пиранези «Ведутто де Рома, том 1» был выполнен по уже устоявшейся на тот период технологии, но вот последующие альбомы вызывают у нас неподдельное восхищение. Похоже, что Пиранези пользовался прогрессивной технологией быстрого получения изображения, такой как камера обскура. Благодаря его альбомам мы ближе познакомились с архитектурой античного периода. Подробнее об этом смотрите фильмы на моем канале. В связи с тем, что Пантеон является очень известным архитектурным объектом, от него осталось большое количество видов, выполненных различными техническими способами. И мы можем проследить, когда появилась гранитная штукатурка. В 16 веке архитектор Бернини по указанию папы Урбана VIII, чтобы придать античному храму большое сходство с церковью, построил наверху две симметричные колокольни, прозванные в народе «ослиные уши Бернини». В 1883 году их убрали. Насчет перестройки Пантеона в 16 веке – это большой вопрос, ведь даже на гравюре Марка Садлера, выпущенного по официальной датировке в 1606 году, на портике храма виден лишь небольшой крест и по центру небольшая колокольня. По моей версии, перестройка произошла в конце 17 века, а в середине 18 века Пиранези запечатлел сильно ободранные колонны. Кто-то безжалостно испортил исторический вид, врезав колонны чугунной решетки. На картине Якоба Альта 1836 год видно, что колонны оштукатурены, но качество штукатурки оставляет желать лучшего. Еще видны плохо зашлифованные мраморные канавки. Решетка и ослиные уши на месте. На фотографии 1860 года вид тот же. А вот на фотографии 1890 года Пантеон выглядит уже как сейчас. На местах, где была закреплена решетка, до сих пор видны отверстия и колонны сильно обшелушены. Также на колоннах видны странные округлые прорези. Такое впечатление, что это следы некачественной шлифовки по гранитной штукатурке. Внутренние колонны также оштукатурены и отшлифованы. Что эти колонны мраморные, можно увидеть всем желающим, и даже не надо ехать в Рим. Достаточно посмотреть пару Google панорам внутри портика. На одной из колонн у основания есть надрезы, прям как на дереве. Хорошо заметно, что внутренняя часть белого цвета, а не красного. Также на этих колоннах просвечивают плохо отшлифованные и заштукатуренные мраморные каннелюры канавки и швы между отдельными частями колонны. Люди же не дураки, они все видят и сопоставляют. Конечно же, специалисты и реставраторы хорошо об этом знают, но почему-то не возражают, чтобы кто-то придумывал байки за солидные гранты.
Во время последних переделок в 1883 году храм по периметру был откопан, и мы можем посмотреть глубину засыпа 4 метра культурного слоя налицо. Эпопея с гранитными колоннами на этом не заканчивается. В прошлом фильме я показывала колонны на Троянском форуме, так вот, предлагаю также изучить их поближе. Рассматривая ранние гравюры, где изображена колонна Трояна, я обратила внимание, что вокруг нее других колонн нет. Так что эти кирпичные колонны появились здесь во второй половине 19 века. Это просто реконструкция античных колонн, от которых остались основания. Мраморные колонны делать дорого, вот и сделали из кирпича и отделали гранитной штукатуркой или даже под гранит. Хотя кое-где валяются части гранитных колонн. Одна такая расположена прямо под колонной Трояна. Такое впечатление, что на ней в шлифовке тренировались подмастерья. А дальше что же, добру пропадать. Пусть полежит для массовости. Я думаю, про реконструкцию в описательных баннерах этот момент описан. Кто будет в Риме, проверьте. Можно определить, насколько пантеон древний. Его ротонда сделана из кирпича, все колонны, капители, портик сделаны из мрамора, который находился последние 1900 лет под всеми атмосферными осадками. А как известно, мрамор – это недолговечный материал. Под портиком установлены мощные деревянные балки, на которых положены доски, вряд ли их меняли в 18 веке, только хватило средств на некачественную штукатурку для колонн. Пантеон периодически подтапливался, да и крыша над портиком не всегда была целой. Конечно же, деревянные балки, доски, мрамор, кирпич изнашивались. Тем не менее, мы видим аутентичные детали. Но могли ли они прослужить почти 2000 лет? Вряд ли. Возможно, пантеон Агриппы и постарше, например, Исаакиевского собора, но не намного. Друзья, поздравляю вас с новым 2020 годом. Пусть этот год принесет нам много радостных открытий, творческих порывов, совместных проектов. Давайте все вместе раскроем парочку-тройку вековых тайн. Всего вам доброго, до новых фильмов. С вами была Елена Топсида.